Полная самоотдача и концентрация до последней секунды поединка. Более 400 каратистов из 12 регионов страны съехались в эти выходные в Дагестан. Здесь, в Махачкале, проходил этап открытого кубка Союза Киокушинкай России. Спортсмены разыграли 45 комплектов наград. Кому удалось завоевать большую часть медалей, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Жесткие лоу-кики, удары по корпусу и ногой в голову. Поединки в карате Киокушинкай всегда проходят динамично и зрелищно. Нокдауны здесь тоже не редкость. За один день бойцы должны провести по 4-5 поединков. Досрочная победа заметно упрощает путь к финалу. На домашнем татами победитель Кубка мира среди детей Магомедхан Магомедов встретил серьезное сопротивление, но все-таки сумел пополнить свою копилку очередной медалью. Мне всегда вот это хотелось приносить медали, чтобы мама всегда радовалась. Ну, иногда не получается. Ну, часто все получается. В спортзале при стадионе имени Елены Исимбаевой в этот день не было свободных мест. Бои проходили на трех татами. Отношения выясняли дети, юноши и юниоры. Эмоции бьют через край. Борьба настолько жаркая, что тренерам в буквальном смысле приходится корректировать действия спортсменов по ходу баталий на татами. Турнир собрал свыше 400 каратистов. В споре за медали и кубки сошлись атлеты из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Кемерово, а также почти со всех субъектов СКФО. Я вижу сегодня, как болеют представители команд, как переживают тренера. Здесь очень много родителей, которые приехали с детьми, потому что, наверное, с маленькими детьми нельзя было отправить одних. И они переживают, такой накал страсти я практически никогда на соревнованиях такого не видел. Кубок России чем хорош? Он разделен у нас на три этапа, и он допускает участие менее подготовленных спортсменов среднего уровня. И здесь мы их тоже видим. Они конкурируют сильными и набираются опыта. Вот в этом прелесть турнира. Дагестанская команда на этом турнире по-хозяйски рассчитывала только на победу. Основную конкуренцию нашим каратистам составили спортсмены из Москвы и Кабардино-Балкарской республики. Конечно же, регионы сюда привезли лучших бойцов, которые прошли у себя отборы. Вот. И, ну, Дагестан представляет двойной состав, да, то, что нам есть. Да. Это для нас большой плюс в том плане, что мы будет возможность для молодых, как бы, новичков, да, не выезжать куда-то на Кубок России, а здесь именно у нас, в столице нашей, да, чтобы набраться какого-то опыта. Всего на турнире было разыграно 45 комплектов наград, большую часть которых сумели завоевать каратисты из Дагестана. Следующий этап Кубка Союза Киокушин пройдет в Калининграде, после чего будут подведены общие итоги. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.